Алия Юсупова на ваших экранах. Практически наша гимнастка, потому что тренируется в Олимпийской деревне. Ездит на все турниры вместе с нашей сборной. Даже выступает вне конкурса на чемпионатах России. Но менять гражданство она не собирается. Собирается ехать на Олимпийские игры за Казахстан. Что у нее наверняка получится. Получился один прыжок и, пожалуй, несколько выходов из равновесия были не совсем четкими. Что касается сегодняшнего турнира, то это не только Кубок чемпионок, но и квалификация к завтрашним финалам. Гран-при и этапу Кубка мира. В гран-при попадает одна гимнастка от страны, на Кубок мира две.